Экипаж корабля вышел на обитель и от повестки намекал, спасли корабль. В основной части вы видите артиллерийское орудие 104 мм калибра, двухствольное, спаренное. На диво роботизированное орудие с двумя стволами – это зенитно-ракетный комплекс. Круглый барабан с длинными трубками – это РПУ-6000, реактивно-бомбоносная установка. Дальность полета по кругу – до 6000 метров, максимальная глубина поражения – до 300 метров. Белый корабль с красными крестами, плавучий гость батальон Енисей, предназначен для оказывания медицинской помощи на открытом море и в горячих точках. Был в свое время берегу в Грузии, высадил 10 тысяч беженцев, вооружения на корабле нет, есть только площадка для посадки вертолета, зал реанимации и операционно, в подвешенном состоянии, с нами зависимых амортизаторов, позволяющих проводить сложнейшие операции даже во время шторма. На данный момент, как вы знаете, Европа не признает Крым в составе России. Территория порта пустует, и корабль сегодня в море не выходит, хотя по сложному списке у этого корабля есть поход в Северный Ледовитый океан, есть поход в Крым.